Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Ой, бывает же такая красота. Здравствуйте, ребята. Всем привет, Шунечка, здравствуй. Здравствуй, Зубок. Ой, что это у тебя здесь, а? Это Антон принес. Он отдыхал на море и собрал много-много разных ракушек и камешков. Правда, красиво? Ой, правда. Красиво-то красиво. Только куда ты эту красоту девать будешь? Как это куда? Ну, что делать-то с ней? Ну, любоваться можно. Ну, полюбуешься 5 минут, а дальше? Так и будет эта красота в коробочке лежать. А вот и не будет. Здравствуйте, друзья. О чем разговор? Здравствуй-ка. Здравствуй. Понимаешь, Антон нам привез вот такие подарки. Смотри, сколько. Ух ты, настоящие морские сокровища. Да, а Зубок говорит, что вся эта красота не нужна. Я не говорил, что не нужна. Мне просто жаль, что все эти ракушки будут в коробочке лежать. Мне кажется, я знаю, что можно сделать. Правда? Да, но мне обязательно понадобится ваша помощь. Да мы с радостью. Да, конечно. А что ты собираешься делать? Из этих морских сокровищ может получиться замечательная картинка. Ура! Итак, нам понадобятся морские ракушки, гуашь, клей ПВА, 2 кисточки для клея и для красок и небольшие ножницы с тупыми концами. И это все у нас уже есть. Да-да, а я еще вижу плотный картон, лоскуток ткани и яркие нитки. А эти материалы нам нужны для того, чтобы сделать основу нашей картинки и рамочку для нее. А какую картинку мы будем делать? Я предлагаю сделать клоуна из ракушек. Согласны? Согласны. Конечно, согласны. Итак, сначала мы смастерим основу для нашей картинки. Подготовим из картона прямоугольник размером 12 на 20 сантиметров. А теперь отрежем такой же кусочек ткани. Теперь наклеим ткань на основание из картона. Как аккуратно! Все нужно делать аккуратно, чтобы клей не выступал из-под ткани. А что потом? А теперь выкладываем из ракушек нашего клоуна. Ой, как интересно. Голова, туловище. Красиво получается. Я очень люблю цирк. И я тоже. А теперь мы аккуратно будем приклеивать каждую ракушку ткани. Ой, никогда бы не подумала, что такое можно сделать из ракушек. А теперь надо раскрасить клоуна. Да, и он будет разноцветным. Да. Конечно, он будет яркий и веселый. Берем гуашь. Так. И начинаем аккуратно красить. Давайте еще клоуну воздушные шарики сделаем, а? Да, их тоже нужно сделать разноцветными. Веселые воздушные шарики мы сделаем из 3 ракушек. 1, 2,
и 3. Ура! И тоже раскрасим их. Наш клоун с шариками еще веселее стал. Посмотрите, наш клоун уже готов. А теперь необходимо подготовить рамочку для нашей картинки. Из картона? Да, сначала мы сделаем прямоугольник размером 16 на 23 сантиметра. А потом аккуратно вырежем серединку. Ширина рамочки примерно 2 сантиметра. Аккуратно вырезаем серединку, чтобы рамочка была красивой. Рамочка голубого цвета, как один из шариков нашего клоуна. А я бы розовенькую рамочку сделала. Ну ничего, пусть будет голубой. Голубая тоже красивая. Сейчас мы аккуратно приклеим рамочку к нашей картинке. Так. Здорово. А на стену можно будет ее повесить, а? Конечно, можно, Зубок. Для этого нам необходимо будет на картинку приклеить петельку. А как ее присоединить к картинке? При помощи бумаги и клея. Берем, отрезаем ниточку. Формируем петельку. И нам необходимо отрезать небольшой кусочек бумаги. Мы при помощи этого кусочка бумаги приклеим с обратной стороны картинки ниточку. Ой, как оказывается, все непросто. А ты как думала, Шунечка? Тут без терпения не обойтись. Потрудиться нужно. Приклеиваем петельку к бумаге. И теперь клеим картинки с обратной стороны. Вот и все. Смотрите. Ура! Какой чудесный клоун у нас получился! Теперь ты, Зубочек, не скажешь, зачем нужны эти ракушки. Теперь точно не скажу. Потому что это уже не простые ракушки, а самая настоящая морская картина. Я очень рада, что вам понравилось, друзья. Думаю, что теперь ребята тоже смогут сделать дома такого клоуна. Или придумать свою картинку из ракушек. Отличная идея, Шунечка. Ну что, давайте прощаться с ребятами. Давайте. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго, друзья. Ангела-хранителя.